И так, следующий трюк, на котором мы поработаем, называется «Ямайский флаг». Или еще «Флаг конфедерации», говорят. Как выглядит? Вот. Такой прямоугольничек с крестиком посередине. И на самом деле ямайский флаг так и выглядит, если посмотришь. Сейчас я покажу, как это делать. Самый простой способ научиться — учиться с дохлым йо-йо, который не крутится. Просто бросаем, оно не крутится. Правую руку держим вот так. Свободную руку, вот у меня левая рука свободная, без веревки. И тремя пальцами затягиваем веревку. Поднимаем наверх. То же самое делаем рукой с веревкой. Опускаем, берем веревку и поднимаем. Такой треугольничек получается. Теперь самое сложное начинается. Свободная рука выворачивается вперед и затягивает веревку наверх. Вот теперь крест получился. Самая последняя часть, мизинцем подтягивается оставшаяся веревка. И вот получился ямайский флаг. Еще раз показываю. Свободной рукой. Занятой рукой. Еще раз свободной рукой. Поднимаем, выворачиваем. Все руки смотрят одинаково вперед. Вот крест. И теперь мизинцем подтягиваем. И вот ваш ямайский флаг. Показываем. И теперь, когда вы уже готовы делать все по полной программе, бросаем слип. Ну, чтобы не болтался. Раз, два, три, четыре, мизинец. Вот, держим ваш ямайский флаг. Показываем, бросаем и ловим. Вот и все.